Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем агент 007. Давайте. Ну, так, продолжить. У нас опера, да? Там? Обязательно было убивать Митчелла. Нельзя было его взять и хоть что-то выяснить. Уайт у нас. Сбежал. Начинаем сначала. Что нам известно о Митчелле? Он снимал деньги в банке на Гаити. Счет открыл некий Доминик Грин. Я отправил вам фото. У него здесь назначена встреча. Ну и что у нас там? Опера. Генерал, да, Медрано. Вспомнил. Есть слух, что в Боливии зреет переворот. Грин, может, Боливия. Не Бергер. Что вам это Боливия, нахуй? Люди в отчаянии. Медрано копает под правительство, надеясь захватить власть. Женщину опознали? Камила Ривера. Секретная служба Боливии. Она хотела убить Медрано. Секунду. Грин только что купил билет до Брегенца, Австрия. Ну-у. Следите за ним. Найти Медрано легко. Вам я поручаю Грина. Давайте. Вон, рядом с вами система видеонаблюдения. Подключитесь к ней и увидите картинку с камер. Давай, подключаемся, посмотрим картинку с камер. Похоже, у нас частичный доступ. Остерегайтесь инфракрасных камер, Бонд. Не дайте им вас заметить. Вижу Грина. Так, камера впереди, да, на инфракрасном. Бонд, держитесь подальше от инфракрасных камер. Не дайте им вас заметить. Бонд, вы стоите рядом с блоком питания камеры. Сломайте его и обойдите защиту. Когда загорится зеленый, вы в безопасности. Ну давай. Я куда-то сюда должен идти. Вот как с вами бороться-то? Сука. Да ты чё, бля? Охренеть. Итак, 4, чтобы установить или снять. Охренеть! Я-то думал, там все просто будет. Нет, ни хрена. Ладно. Вот и все. Откуда эти войны повыскакивали? Внизу все чисто, прием. Вот так. Подожди.
Вот так это делается. О! Музыка. Оркестр, кстати, только сейчас услышал. Это я не понял, я не там ли вышел? Ага, в соседний. Ну, мать его. Так, теперь надо смотреть, куда мне. Сюда. Что за задание-то у меня? Так, цель миссии. Данные местные бюро. Так, дополнительная встреча подтверждена. Дайте мистеру Грину за кулисами чисто. Прием. Передадим. Он уже почти передаст. Откуда видны VIP-трибуны? Там, похоже, начинается какая-то встреча. Где? Минутку. Где-то есть. Начали. Иду вперед, пришлите. Ни хрена не понял, откуда вы выскочили? Как вы меня заметили? А, инфракрасная, но... Вон, найдите место, откуда видны VIP-трибуны. Там, похоже, начинается какая-то встреча. Все. Я уж разобрался. Что у нас наверху? Можно и по верху, и по низу, да, было пройти? Я не понимаю. Так, ладно. Мы оттуда вышли. Нам надо туда, это точно.
Давай. Как только закончится встреча, немедленно покиньте наблюдательный пост. Задняя сцена будет опущена для технической репетиции. Оставшись на позиции, вы подвергнете себя опасности. Опа. Твою мать. Мистер Грин, это Морган. Я на сцене. В рядах чисто, на сцене чисто. Добрый вечер, сэр. Пока все тип-топ. Сколько трубопровода намечено? В идеале 2000 километров. Возражение? Переведите деньги из наших сибирских компаний. Не уверен, стоит ли нам тратить время на проект Тьера. Для встреч место получше. Ждите, ждите, и мы ждем, все ждут. Блин, один прям по центру был. Ладно. Он по ту сторону пристани. Цель миссии, так. Твою мать, мне что, там всех отстреливать, что ли? Где ты? Вы загнали его в ловушку. Не дайте ему уйти вниз. Давай. Твою нахренеть, он стреляет. А ведь почти. Он по ту сторону пристани. Мы загнали его в ловушку. Так. Блин.
Мне сваливать, я так понимаю, надо оттуда. Так. Цель миссии. Так, спешки покидают. Покиньте здание театра. Еще. Охренеть, меня маслин насували. Задание выполнено. Ух ты! А как они сцену-то обрушили? Ладно, посмотрим. Охренеть, ладно. Давай, беги, беги. Вам направляется группа противников со стороны озера. Будьте начеку. Не понимаю, почему я упал-то? Что там, приколюха? А вот так вот надо, блин. Охренеть. Что у нас? Служба безопасности. Так, все сотрудники, имеющие доступ, так, могут обменяться своим, так, более мощное оружие около погрузочной платформы после окончания смены. Значит, есть более мощное оружие. Почему меня, блин, я же укрылся вроде как даже. Охренеть.
Кто еще? Пузо. Вон, на катере часовая бомба. Уходите. Где уходите. Ты? Да бегу я, бегу. Что-то я не понимаю, что надо было нажать, чтобы... Подожди. Блин. А, вот так вот надо было. Что, миссия выполнена? Связывает. Вы что, волнуетесь? Вы мне нужны. Нет времени. Бонд, вы убили агента спецотдела. Кого он охранял? Просто учтите, он один из ближайших советников премьера и значит один из самых влиятельных людей в Англии. Ой, тоже мне, блядь, не человек. Еще нет. Люди Грина помогут генералу Медрано подмять Боливию. Возвращайтесь. Я перезвоню. Там стреляют. Мы его обнаружили. Он и Камила Ривейра на самолете недалеко от Ла-Паса. Пошлите за ним людей. И кто-то преследует. Генерал Медрано. Бонд что-то... Шансы есть? Им придется прыгать. Самолет долго не протянет. Прыгайте. Ну вот, они прыгнули. Падают очень быстро. Они только что сцепились. Видимо, там один парашют на двоих. 1500 метров. Быстро падают. Все еще падают. С такой скоростью им не выжить. Давай, Бонд. Парашют открыт. Они замедляются. Надо найти их раньше, чем это сделает Медрано. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.